Командно-штабное учение провело АО «Интергаз Центральная Азия» на базе Уральского линейно-производственного управления. Отрабатывалась слаженность действий руководящего состава, персонала и формирований при ликвидации аварий на трубопроводах. Согласно сценарию учения, из-за аварии произошел разрыв трубопровода с возгоранием. Незадействованный в ликвидации ЧС персонал управления был эвакуирован в безопасное место. Пожар потушен, а спасательная группа оказала медицинскую помощь двум пострадавшим. Затем к работе приступила аварийно-восстановительная бригада. При устранении последствий использовалось новейшее оборудование. Было показано их взаимодействие, работы, слаженность. И я думаю, что те работы, которые мы проводили в реальных условиях, мы где-то за 12-16 часов восстанавливаем магистральный газопровод, полностью запускаем в работу. Во время учений применялись новейшие системы управления и связи. В итоге задачи, поставленные перед участниками, были выполнены оперативно и на высоком уровне. Все техника, люди, специалисты, вы видите, продемонстрировали выучку, разумную выучку, продуманные действия все. Это делается не случайно и не на ровном месте. Мы эти учения проводим ежегодно, потому что усложняется и ситуация, усложняется и техника, которую мы применяем, автоматизированные средства применяют. И поэтому нужны постоянные тренинги. К слову, компания контролирует основную сеть транспортных газопроводов страны с годовой пропускной способностью до 190 миллиардов кубометров. За последние 3 года компания провела свыше 2000 тренировок и 1500 учений, чтобы обеспечить безопасную и бесперебойную работу своих предприятий при любых условиях. Ботагоз Базарбаева, Балат Шарылгасов, Канат Махмутов, Западно-Казахстанская область.